Ну хорошо, не будем об Ане. Я сейчас хочу сказать, что здесь есть еще... Сейчас... Да. Пожалуйста, пожалуйста. Она имеет очень важное отношение. Я увидел, пришел Вадим Егоров сюда. Да, так вот в этой книге «Сандуны» есть вот специальное стихотворение, или даже песня, а я поместил, написано Вадим Егоровым, называется «Сандуновское мыло», потому что он из всего детства запомнил этот запах противный, но он ему дороже любого милого запаха. Да, а мы потому его и позвали, в общем-то. Дело в том, что здесь еще одна мелочь. Это стихотворение про сандуновское мыло опубликовано в его двухтомнике, который он сегодня принес, чтобы мне подарить впервые. Можно его поздравить. Он издал гениально совершенно, ему издали двухтомник, который еще не проходил презентации, он впервые принес его сюда. Правда, Вадик? Он здесь, это замечательный человек. Давайте его пригласим сюда. Сколько весит моя душа. Она весит килограмм 900 грамм. Это очень... Ребят, два года тому назад я обратился к Саше с просьбой, чтобы он написал мне несколько слов для какого-то будущего двухтомника. Не прошло и двух лет. Да, он написал это, он человек очень обязательный, мгновенно написал. Прошло всего два года. Вот он вышел. Я не могу удержаться от того, чтобы не вычесть один из томов. И не прочесть то, что я тут написал. Дорогой, я заикаюсь, ну, те, кто меня знает, те знают. Дорогой Алик, уже полвека живу, пропитанный и нафаршированный твоими стихами и песнями. Не будь их во мне. Не было, возможно, этих книг. Спасибо за каждую строчку и каждую мелодию. Спасибо за пример нестарения ума и души. Спасибо за добрые слова в мой адрес. Они дорогого стоят. Обнимаю с любовью и восхищением. Я. Я почему я очень хотел, чтобы он был первым, вот кому я это подарил. У меня 19 числа здесь презентация этой книги, но он не сможет быть, поэтому я сегодня пришел, чтобы всучить тебе это двухтомник. Ну хорошо, я не могу. Я хочу обязательно еще песенку одну спеть. А про сандуны, не про сандуны, эта песня, она, во-первых, называется не «Сандуновское мыло», а по-другому, но прочесть я прощу, потому что здесь столько людей, которые этот запах помнят, поэтому надо прочесть. Запах банного мыла, запах банного. Когда мама меня пятилетнего мыла. Он витал над страной, он в столетие вплетался, он в подкорку мою, словно в губку впитался. Не забуду вовек, как в предутренний рань мы шагали с отцом в сандуновские бани, где уравнивал в раз вдохляка и громилу запах веника и инза. Этот запах пронзительный, только не смейтесь. Запах детства, где все мы глупы и бессмертны. Угловатый, как запах солдатской шинели, для меня навсегда он нежнее шинели. Мир сегодня иной, иная планета. Мыло банное есть, а вот запах нет. Демократия есть. Есть чернуха, порнуха, бань навалом, но в них нету банного духа. Я живу без него, не живу, доживаю. И судьбы гобелен, как могу, доживаю.
Он бесспорно хорош, он талантливо выткан, в нем любви запоздалой, ярчайшая нитка, в нем все так соразмерно, так разумно на месте. Запах банного мыла был бы в нем неуместен. Не пророчу, что будет, не забуду, что было. В центре грозного века запах банного мыла. И меня поутру мама юная будет. Впереди все, что было. Позади все, что будет. Не могу не спеть в этой в компании песню, которую я написал к 70-летию, да? Вот я спел ее на 80-летие, потому что можно не изымать ни одной строчки. Все, все остается в себе. Я надеюсь, что в ближайшие 20 лет я смогу ее еще использовать на 90-летие и на 100-летие. Шевелюры все белее, и все призрачнее детство. Юбилей, юбилей, никуда от них не деться. Гости все уже косые, всех бутылок не осили. Ты так похожа на Россию, что, видать, и время России. Он поет, да я не имею, безысходность вот такой. Только он один умеет так помахивать рукой. И молчать, ну хоть ты тресни о своем волшебном даре. Как писать такие песни, так играя на гитаре. Он для нас не день вчерашний, он грядущая неделя. Он еще заводит шашки. Я надеюсь, я надеюсь. Умолчу про имена я, но уверен, губы эти вспоминают, вспоминают жены всех послов на свете. От границы до границы подпирает всю Россию. Городницкий, Городницкий Александр Алексеевич. Ах, как бережно хранится все, что в нас с тобой посеет. Городницкий, Городницкий Александр Алексеевич. Спасибо. Вот это да. Спасибо.